Юные инспекторы движения из гимназии номер 1 совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд-акцию «Детство безопасные дороги». В ходе мероприятия ребята раздавали заранее подготовленные листовки по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, как для пешеходов, так и для водителей. Маленьким участникам дорожного движения говорили о недопустимости катания со снежных горок и наледей, которые выходят на проезжую часть. Юные инспекторы движения обращали внимание взрослых участников дорожного движения на правила использования детских автокресел при перевозке детей на автомобиле. Правила движения существуют для всех, кем бы мы ни были – водителями, пешеходами или пассажирами. Уважаемые родители, контролируйте досуг своих детей на улице. Объясните ребенку, что играть на горках, расположенных вблизи дорог и выходящих на проезжую часть, крайне опасно. Увидев, как дети играют на горках, снежных валах, наледях, в опасной близости от проезжей части, не оставайтесь к этому равнодушными. Объясните ребятам, что кататься на этом месте нельзя. Сообщите о таких горках в отделение ГИБДД по телефону доверия 4 25 95.